Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анель Талигенова, и здесь все о деньгах и как их заработать. А я знаю, что это мое первое видео, и, скорее всего, оно не наберет так много просмотров. Но, тем не менее, я бы хотела рассказать вам, прежде всего, что ожидать от данного канала, какую пользу он может вам принести. Ну что, погнали! Давайте для начала я немного расскажу о себе. Как я уже сказала, меня зовут Легенова Анель, и у меня есть несколько действующих бизнесов, несколько бизнесов было в прошлом, и почти 15 лет аудита большой четверки за спиной. Все началось, когда мне было 19 лет, я решила открыть свой первый магазин свадебных платьев, который назвала Beaumart Wedding House. И на тот момент я думала, что это так круто, потому что beautiful and smart, значит, получается Beaumart. Но позже мы закрылись, и сейчас у меня все еще действует магазин, но уже не свадебных, а повседневных. Повседневной одежды для женщин, которая называется Omala Fashion. Также агентство недвижимости здесь, в Турции. Я проживаю, кстати, в Турции, которая называется Omala Estate. Все ссылки оставлю ниже. И опыт в туризме, агентство Nomad for Life и так далее. Как любой бизнесмен, я бы хотела вам для начала рассказать об основной миссии данного канала. При помощи данного канала мне бы очень хотелось хотя бы немного поднять финансовую грамотность населения. Ввиду последних событий, что развелось очень много финансовых пирамид, мошенников, и вы, наверное, видели этот потрясающий фильм про игроманов, в котором рассказывается, как данные мошенники, игроманы выманивали деньги у своих родственников, у своих коллег, у своих друзей и так далее. Я хочу, чтобы каждый зритель хотя бы немного смог себя уберечь от таких неприятностей, потому что я сама когда-то была жертвой такого игромана. Возможно, я расскажу об этом вам как-нибудь в другом видео, но сейчас не об этом. Почему это важно? Почему это важно поднимать финансовую грамотность населения? Я была рождена в Советском Союзе, как, наверное, многие из вас, и те, кто пошел в школу в 80-х, 90-х годах, наверное, даже в начале 2000-х, у нас не было такого предмета, как финансовая грамотность, как предпринимательство и так далее. Я не знаю почему, потому что, наверное, в Советском Союзе не было денег. Но сейчас в некоторых школах, и то не во всех, в некоторых странах, и то не во всех, внедряют предмет финансовая грамотность, предпринимательство, бизнес, управление. То есть это очень важно. Мы почему-то учили валеологию, биологию, химию, физику, но мы не учили самый важный предмет, как обращаться с деньгами, как вести свой бюджет, как распределять ресурсы, как оценивать финансовые возможности и так далее. То есть то, что мы делаем каждый день, нас никто ничему никогда не учил. Все, что мы сейчас получили, мы получили опытным путем сами. Если вам хотя бы немного отвлекается то, о чем я хочу транслировать на этом канале, я буду безмерно благодарна и рада, если вы подпишетесь, поставите лайк, напишите комментарий, досмотрите это видео до конца, потому что продюсер сказала, что если досмотреть видео до конца, возможно, YouTube будет сам меня продвигать. Это как раз то, что мне нужно. И еще хотела, конечно, сказать, что этот канал, он не про успешный успех, он не как за одну секунду стать супер-мультимиллионером, абсолютно нет. Я такая же простая женщина, мне 34 года, такая же, как вы, такой же мужчина, как вы. Я ставлю перед собой небольшие финансовые цели. То есть никаких сверхспособностей, сверхсвязей, сверхбогатства или наследства, old money у меня такого нет. То есть я как вы. И чтобы включить небольшие элементы, так сказать, приключения и вовлеченность, я бы хотела показать вам эксперимент на себе, как я могу достигнуть свои финансовые цели, как простой человек. То есть у меня очень простые, не амбициозные, не миллионные, не миллиардные финансовые цели на следующий год. На следующий год, в марте, я хочу, чтобы мой пассивный доход составлял 10 тысяч долларов.
То есть это не какие-то огромные суммы, это всего лишь $10 000 пассивного дохода, который даст вам возможность больше проводить время со своей семьей, заниматься каким-то любимым хобби, проводить время с друзьями, не откладывать свою жизнь на потом и не просиживать штаны в офисе. То есть если у вас будут какие-то деньги, которые вы будете зарабатывать, не прилагая никаких усилий, конечно, вы будете проводить свой досуг совсем по-другому. То есть такие простые цели. Давайте все вместе посмотрим, как мы сможем этого достичь. Вы можете ставить себе абсолютно другие цели, но это будет достаточно интересно. Давайте потом еще делиться своими результатами. Также одной из миссий данного канала я бы хотела, чтобы стала такая какая-то финансовая безопасность от тех непонятных методов, инструментов, которые сейчас предлагают нам социальные сети. Среди моих друзей, среди моих знакомых очень много бизнесменов и предпринимателей, многие из них серийные предприниматели, которые достаточно успешны в своей деятельности. Но мало кто из них, практически никто, не скачет в ТикТоке или там в Рилсах и не говорит, как заработать 1 миллион, ну, не знаю, они там обычно не миллион говорят, как заработать $10 000 за месяц, смотри сюда. То есть таких примеров у меня практически нет, то есть нет. Но это делают другие ребята, я не хочу их осуждать, но я стала наблюдать, и я вижу, что многие из них, они даже не имеют каких-то компетенций, чтобы давать советы. То есть этот успешный успех, этот наставник, коуч, и как это по-другому сейчас модному называется. Пример из моей жизни. Я знаю одну девушку, которая в Казахстане называет себя бизнес-вумен number one, номер один, бизнес-леди Казахстана, но в жизни я ее знаю, и в жизни она, у нее нет каких-то базовых знаний финансов, то есть экономики, что такое налоги, она мне спрашивает, что такое налоги, то есть как человек, который выпустил десятки тысяч учениц, она на девушках позиционируется, учениц не знает элементарных вещей, то есть это как прописанные скрипты, мне уже поднадоели. Здесь мы будем покрывать на этом канале основные фундаментальные законы финансовой грамотности. Вопрос, да, как мы будем вообще с вами зарабатывать? Так, каким же образом мы будем с вами зарабатывать? Конечно же, я буду делиться своими методами, как я вышла на пенсию в 30 лет. Об этом мое будет следующее видео. Пожалуйста, не пропустите. Но также я собрала и просмотрела очень много видео в интернете, как мы можем заработать, сидя дома. Что я делаю? Я беру каждый инструмент, каждый метод, тестирую его одну неделю, и после этого буду делиться с вами результатами. Все реально, все в настоящем времени, то есть вы можете следить полностью за процессом. И смысл такой, что все классные рабочие идеи я буду включать и показывать на этом канале, а все нерабочие, которые я буду считать, я не знаю, скамом или финансовой пирамидой, или как-то можно по-другому это назвать, я буду отправлять на свой канал «Гламурный аудитор». Не забывайте тоже, пожалуйста, подписаться на него, ссылка будет в описании к этому видео. Один из примеров я вам расскажу. Блогер западный рассказывал, как заработать реальные доллары просмотром видео. Я потратила 2 дня на просмотр видео через какое-то приложение. Скорее всего, может быть, они украли мои персональные данные, я еще не проверяла. Но в итоге я за 2 дня заработала 10 центов. То есть такие примеры пойдут на канал «Гламурный аудитор», когда не нужно. Я думаю, что вы согласны со мной, что 10 центов не стоит 2 дней вашего времени, а все хорошие рабочие схемы я буду оставлять здесь. Также я планирую создать инвестиционный клуб для всех вас, всех нас, где мы будем делиться идеями, вдохновляться и также оценивать разные проекты. Потому что я считаю, что каждый из вас имеет опыт, который может привнести вклад в данный канал и вообще поделившись этим опытом, вы поможете другим людям. Покажу самый простой пример. Например, мамочкам, которая имеет минимальную зарплату, скажем, 100-150 тысяч тенге, и сможет обеспечить своих детей,
аренду, покрыть коммунальные расходы, да это просто какое-то гуру бюджетирования. То есть мы можем учиться друг у друга. Если вы думаете, что «О, камон, я просто там учительница или я просто офис-менеджер, что я могу вообще сделать?» Конечно, вы можете много, у вас очень много талантов и знаний, и вам нужно просто их раскрыть. Благодарю вас, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что мы вместе с вами отправимся в это увлекательное путешествие финансовой независимости и свободы. Буду рада вас видеть каждую неделю. С благодарностью, Анель. Пока-пока!